Hello? There's a fucking psycho. Okay, so she's calling. Oh, at first they had no idea this was inside, which is why they could be heard joking around. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Что происходит? Ты чё? Блять. Ребят, не знаю, что произошло с моей основной камерой, но она почему-то резко перестала записывать. Поэтому пришлось доставать из барахолки свою древнюю видеокамеру. Мне ее подарили родители. Когда мне было лет 7, наверное. Что за херня происходит? Ладно. На чем я там остановился? Так вот, если рассматривать современные lore backrooms, на каждом из уровней могут присутствовать некие создания, каждая из которых имеет индивидуальную реакцию при контакте с человеком. Но по большей части реакция у них одна. И вышеупомянутая теория повествует о том, что все эти создания являются провальными экспериментами правительства, которые стали слишком опасны для содержания их в реальном мире. Именно поэтому правительство поместило все эти существа сюда, в Backrooms, чтобы понаблюдать, как они будут взаимодействовать с объектами на уровнях и с людьми. То есть закулисье для них — это некая испытательная зона. И ведь вправду, если мы посмотрим на некоторые уровни Backrooms, они действительно напоминают те самые тестовые карты, которые используют разработчики для того, чтобы проверить физику разрушения и прочие параметры. Давайте просто продолжим.